Yes, of course. The combination is 879. Take anything you find. Возьми все, что видишь. Ох, сердце останавливается. I'll have you whipped, я тебя выпорю. Bitch. Ты охренел, что ли? Это... Stop! You'll kill me. Чпоньк сейчас, и все. Не он, наверное, мухана будет. Так, умение, заметки, наверное. Блин, да где я? А, вот тут, наверное, сведения. Вот, 879. Ну, круто, что нам написали. Теперь мы обойдем в сейф. А что, сваливать можно или все-таки понабирать здесь? Больше ничего тут нет, кстати. А вот там что-то золотая. Черт, золотая комната. А что там, интересно, там не было? Наверное. Ну да, не было. Блин, а наверх. Подожди, я бы вон туда куда-нибудь забрался. Никак, что ли? Чего туда никак нельзя забраться? И вообще, что это? Где нарушитель? Вот еще что-то, парилка. Зачем он туда нужен? Стелочка. Она там дверь закрывается? Нафиг он знает. Хоп, под стол. Эмили. А зачем нам эта парилка-то? Морган Пендлтон. А, нам надо устранить их, ёптить. Морган будет там всю ночь. Это обязательно задание? My cousin's a foreman at their mine. He says the slaves have dug half a mile down. So deep they're dying by the dozen from collapse or fumes. But the silver's almost gone. What are they going to do? Looks like they're going to gamble. Они меня заметили, вообще чуть забили. Понятно. Топ, они расходятся. Давай назад. Ты кидай нахуй, то есть не кидай ты, ёптать. Что ж ты делаешь-то? Хопа! Давай. Ох, сколько я тут народу уже переусыпил. Так. Ничего тут нет, да? Вот это кошель. На 25 монет зажиточный сержантик. Обычно у многих криптонов, обычно у многих меньше бывает. Так, а тут что у нас? Ручная дверь. Ну, проверьте. О, смотрите, а что это такое тут? They state that the conservative position хватает. Чего интересно, вентиль? А что будет, если он делает монтажный инструмент? А что, я их убью, что ли? Ой. И чё? Я выполнил задание? Без убийств вернуться к Слэджу. Да блин, вы чё, офигели, что ли? Блин. Да там же написали, что всё, я не смогу к Слэджу вернуться. Какого фига? Чё в тот раз произошло вообще, я не понимаю. Меня вот такое раздражает очень. Потому что, блин, я не понимаю, почему я завалил тогда задание. Вот ключ какой-то с золотой кошки. Зашибись. Я уже в самом низу этой золотой кошки. Они... Ключ, блин, да, это какого фига вы, какого члена вообще? Я не понимаю. Как так? Сами подумайте. Мне в тот раз сказали, что я завалил задание. Причем непонятно, каким образом вообще. Просто подошел к Сержу. Точнее, я болтал с ним, а он мне говорит, что-то ты не выполнил там. Ну и все, и начал меня мочить. Че опять? Опять у тебя глюки? Опять я тебя сейчас отымею. Хрен, тут мы сюда не пошли. Вот еще на них. Давай сюда, что-то. Че мне еще надо? Золотая комната, блин, зашибись вообще. Убийств без убийств. Ну, круто. Spread out. There's been word of a ruckus. No details yet. Че это тут такое? Кроватка. Че это такое? Так, все, вот там шлюхи опять какие-то, давай. Ну, блин, давай, зовем. А, еще, блин. Ой, тут может как-нибудь. Слушайте, а мне жопа, знаете почему? Ой, бляха, муха, я ж напугался. Come out, and
I'll go easy on. Блин, вы гады. Все, нет вашего хозяина. Она вам, че вы? Толку-то. Заметили, гады. Ну... Как я тут только что забрал, во-во. Так, его надо вырубить. Неважно, что-нибудь с ним надо сделать. Слушайте, а давайте время заметим. Еще я в конце концов. У нас много этих всяких эликсирчиков. Не надо. If I'd found those crystal deposits on my estate, I'd be throwing parties too. I'd be buying the Lord Regent's favor too, instead of begging for money from my cousin. I know. Oh no! Sure. Can't someone help me? Че, его убить, что ли, надо? Ну и пофиг. Ну все, ладно, бывает. Че это такое? Не важно. Так. Все, я все выполнил. Теперь нужно идти, наверное, к Эмили. Поиск Эмили, встретить Эмили. Зашибись все. Офигенно. Это все из-за этого бага. Я, может, это реально баг какой-то был, потому что, ну почему Слэг же вдруг решил меня наказать, скажем. Ну, почему он так взбесился в тот раз резко? Реально, мне кажется, что это что-то заглючило. А знаете, что это значит? Это значит, что нам нужно больше сохранить. Меня уже все перепалили. Какой я нафиг стелс режим? Какие нафиг без убийств вообще не? Причем тут стелс? Так, Эмили. Че они там? Ёпать, они меня все реально заметили. Я заблудился. Я заблудился. Что делать? Что делать? Я заблудился реально. Где я? Не понимаю. Подожди. А, я, наверное, наверху где-то. Мне надо... Давай вниз куда-нибудь там. Куда? Давай. Все, быстро. Ой, ёптич. Валим. Хоть так. Давай, Эмили, пожалуйста, только ты не тормози. Давай! Ну! Фу, вниз в квартал. Винный квартал. А, да, детка. Так, сохранение у нас есть. Эмили, она что, там осталась? Ну и пофиг. Так, бабка. А мы здесь были уже, кстати. Мама, перестань поправлять мой воротник. Is my hair smooth enough? He's sure to be there. Эй, вы чё? А, да, помню, я его здесь поставил где-то. Слушайте, а я знаю это место, там эти зомбари ходят. Ладно, чё-то по-другому их не зовёшь. Валим. О, нет. Пожалуй! О, полегче. О, фига, R и T. Народ, так, стеномолитик. Так, ну что там не поднимается, не знаю. Народу много. Много народу. Так, тут грёбаная стена, я знаю, что мы делаем. Вот тут есть выход здесь. Только, блин, я здесь был, да, но... Там трубаки до сих пор лежат, но, блин. Смотрим тут, что кое-что. Да, вот отменная проволока, я, видимо, пропустил. Так, где он? Я не понимаю, реально. Это за дверью, что ли? Я вообще в шоке. Так, ну тут по-любому закрыт. Смотрите, он где-то там. На той стороне, что ли? Ну я ж там был уже много раз. Там нет.
Короче, все из-за Слэджу из-за этого. Мы завалили все задания. Может, это баг реально был, потому что задание, как вы видите, мне отобразилось, что я якобы должен был к Слэджу заходить. То есть, как бы, оно и было завалено, но с другой стороны, сейчас мне написали еще раз, что я его завалил. Может быть, тогда он меня завалил. Слушайте, оно где-то там, я не понимаю вообще. Слушайте, где оно может быть? В золотой кошке, что ли? Да нет, не может быть такого. Я там из этой золотой кошки только что был. А, стоп, нет, ну, скрытый режим, я даже не скрытый. Блин, молодец, повернулся вовремя. Ни хрена не понимаю, смотрите. Вот где он там может быть? Я вообще в шоке. Ну ладно, давайте, знаете, что сейчас попробуем. Давай. Так, и сходим тут вот. Ну блин, тут тоже дверь. Какой-то капец. Какой-то тайный ход, что ли, есть? Я не понимаю. Наверняка что-то... Я не хочу все время опять туда спускаться. Ну, до меня никак не доходит. Как туда вообще можно? Ну, золотой кошка не может быть, наверное. Давай вот. Не, ну не может быть золотая кошка. Смотрите, давайте так. Золотую кошку. Ну, сейчас на время. Да не, не может быть, не может быть, не может быть. Где-то здесь, на этой локации. Но где? Смотрите, видите, тут ни хрена нет. Вот видите, все. На бульвар. Эмили где-то там уже, наверное. Но, блин, амулет. Что-то глюк какой-нибудь. Наверное, все-таки есть какой-то. Ну, возьми. Почему? Почему нельзя, блин? Так. Отлично. Сейчас еще разочек сходим, посмотрим. И даже вон тут. Нет, туда никак. Или как, потому что никак, не знаю. Так, ну он... Слушайте, может тут какой-нибудь ход есть? Вот тут окна, может, открыто. Нет, смотрите, как там. Тут вообще я... Тут вообще он забаррикадировали на дверь. Ну я даже не понимаю. Эта дверь, она не рабочая по-любому. Клозет, видите, закрыта. Там амулет. Блин, я такое чувство, что тут где-то есть какой-то потайный ход. Может, вот тут какие-нибудь катакомбы наверняка, нет? Здесь ничего нет. Наверняка кто-нибудь знает. Я лично. Может быть, это связано как-то с... Слушайте, может быть, это, знаете, что? Может быть, это связано как-то с вот этим проходом внизу, где эти плакальщики, где мы вообще сначала вышли. Помните, да, вот тут? Ну, блин, еще раз, где он? Нет, чувак, ты меня не должен достать. Тебе просто нельзя этого делать. Где-то наверху, где? Но где? Но где? Туда мне нельзя идти, они меня просто зашибут там, наверное. Или нет, или молча. Ладно, слушайте, я не знаю. Слушайте, а может, знаешь, что еще подумать? Сейчас кое-что. Попробуем. Бляха ты. Убивать меня не будут, это будут, не будут, не знаю. Так, там. Тут ничего не может быть, кстати. Так, ну она, походу, за мной бежит. Или они. Вот тут, нет? Ну, ну как это? Вау! О, нет, пожалуйста, нет. Блеванули на меня, капец. Алкашка какая-то за мной бежал. Типичная. Вот, видите. Вот, а тут как, может быть, здесь какой-нибудь амулет. Именно здесь можно было пройти. Не, ну смотрите, да, ну жопу его. Ну и ладно. Может, он какой-нибудь сверхценный, но у меня такое чувство, что это какой-то прям тайный ход там есть. Так, это наш друган. Так, слушайте, а если я к Слэджу, допустим, сейчас зайду, что будет? Вот? А, подожди, зачем? К какому Самуэлю? Мне еще от сейфа этого надо.
Так, ну давай, наверное, на винокурню. Да, ну у нас тут теперь, наверное, одни враги в натуре. Сейчас посмотрим. Чувак, идите поговорить. Что пялишься? А это... Okay, видите, они на меня плохо. Как я мог бы слэк живу об этом вообще? Это глюк какой-то сам произошел. Я даже пересматривал, не понял. Думаю, нажал что-нибудь, я что-нибудь. А что я мог нажать? Оружие достал или кнопку убить? Не знаю, вы входите на враждебную территорию. Так, слушайте, а дом торговца картинами, он, по-моему... Так, он как раз-таки с этой стороны, зря мы отсюда ушли. Это что еще там? Attention, Dunwall citizens. A mandatory whale oil rat. Я уже как уверенно бегаю. Хоба. Да. А на других локациях ничего нового не получилось. Например, в доме напротив, я думаю, нет. Где-то рядом есть руна. Да, конечно, как мы могли про тебя забыть. Одна руна наверху, там, то есть сейф наверху. Но там никого, надеюсь, не появилось. Вроде нет. Тут еще, видите, какой-то каркас, видимо, расфигачили. Так, я помню. 8, 7, 9, да. Три числа, которые обычно подряд стоят, а тут, видите. Ну, это тоже. Тут, видите, в разнобой. Еще подождать нужно. Отлично. Руна. Так. Приглашение на прием к семейству Бойлов. Жи. Слушайте, это что получается? Я мог бы через охранника пройти с этим приглашением, и они бы меня не трогали, что ли? Или нет? Или что за приглашение? Ладно. Умения рунные у нас сколько? У нас две руны. Никак, да? О, картина. О, да, 300 рублей. 300 рублей, блин, 300 монет. Так, что, никак? Ну да, берем все. Ой, урна. Монетка. Десяточка. Прямо 10 рублей. Так, ну и этот мы не сможем взять, да? Все, отлично. Идем к Самуэлю. Сэмюэле. На бульвар Клеверинг. На 3. Винный квартал. Трасса тут же смачно же грохнулся, помню. В этот раз еще хочу так. Ну, блин, опять я сиранул. Да ладно. Слушайте, а вот больше. Вот тот, ну пошел он в жопу этот амулет. Давай уже иди. Так, вот эта турель. А может, могу ли я на нее как-нибудь залезть, чтобы отрубить? На одну из них я уже залезал как-то раз. Не как-то раз, а в тот раз. Как бы мне на нее залезть, так чтобы. А как я так? Ну ладно, что. Идем. Ну и нафиг вообще нам на нее залезать. А тут не все так просто, но я имею в виду, как попасть туда. Ну тут, наверное, не особо много чего ценного. Так, самое главное, это башня, чтобы нас. Ну ладно, давайте сюда пришли. Ёб твою. О, фига. Пульки нам не нужны. Как тебе выпустить? Я думаю, как. Подождем. Можно? Я не вижу. Отлично. На всякий случай. Можно в них было пальнуть. Hey, говорят, что... Подожди, я же мог как... А, это на забор, наверное, можно перешмагнуть, да? Или куда лучше? Куда лучше-то? Ну я же поранюсь, если. А? Чё ты там гмыкаешь, блин? Меня что ли увидел? Или турель твоя не работает? Не знаю, чё он там гмыкает. Ну я же долбанусь, ну, знатно, наверное. Становится манка. Кашка-манка. Все, пошли в жопу. Меня даже не спалил. Нормально, нормально. Так, Самуэль, я не смог добыть все костяные амулеты, Эмили уже здесь, красавцы. I met your friend Samuel.
He's going to show me how to steer this boat. Чего? Are you both ready to go? Ну что вы, Корво, you must have worked wonders out there in the city tonight. I can't believe my old eyes. Я тоже не верю, как я не мог заметить амулет. Да, пора возвращаться. Итак. Убита, бляхмуха. Хаос в мире, текущий уровень. Низкий, блин. Ну ладно, то низкий. Убита простых жителей. Один. Чё? Это чё, плакальщику, что ли? Ай, ладно, надо, нет убитых. Ну пофиг. Можно заново. Слушайте, а это на заново откуда? От Слэгджи ваш? Картины Соколова. Вот это непонятно, что это такое. Святилище чужое. Может, еще этого нету. Ну да, один амулет не собрал. И монет... Да, почти 1000 не набрал. Ну, поменьше. Ну что ж, продолжаем. Запарил Пендлтона до смерти. Особое действие. А, ну да. Ну а что, другого варианта не было. Это только Слэгджи мог разобраться с ними без убийства. А он что-то психанул. Наверное, у него месячные начались. Ну, не важно.